Спонсор программы «Место происшествия» – «Ломбард Титан». Они знают, где покупать. Ломбард Титан. Для всех и каждого. Только в сентябре в джинс-банке каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры «Зенит», «Аленка», «Антей». Вступил в силу приговор выездной комиссии Московского окружного военного суда в отношении осужденного из 11-й колонии. По данным ФСБ, житель Татарстана Рафаэль Хайлиев, сидя в тюрьме, вербовал сокамерников-террористы. Все подробности в рубрике «Сводка». Рафаэль Хайлиев был осужден в 2004 году в Татарстане. За убийство ему дали 12 лет колонии строгого режима. Отбывал наказание мужчина в Кирово-Чепецкой тюрьме. Там он, по данным следствия, проводил с одним из осужденных беседы, в которых пропагандировал идеи радикального ислама, склонял вступить в незаконное вооруженное формирование и участвовать в терактах. Посредством уговоров, убеждений, призывов, привлекаемых чувством Хайлиев сообщил о способах прибытия к местам военных действий, о характере участия в этих вооруженных формированиях, проводимых им конкретных действиях, об обладе противоправной деятельности за совершение убийств и уничтожение военной техники. В итоге осужденный Хайлиев, не досидев всего около 2 лет, получил новый срок. Вербовщику назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Оперативники МВД разыскивают неизвестного молодого человека, который 26 июня около 14 часов из кафе на улице Молодой Гвардии похитил кальян синего цвета. На съемках с камер наблюдения видно, вор сделал заказ в кафе и сел за барную стойку. Выбрав момент, он взял кальян и скрылся. Ущерб составил 5600 рублей. Приметы. Мужчина на вид 25 лет, рост около 180-185 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы, был одет, голубая футболка с надписью на груди, шорты, сланцы. Сейчас возбуждено уголовное дело. Если вы узнали человека на видео, звоните по телефонам 77-52-12 или 8-912-714-34-26. На хлебозаводском проезде камера наблюдения зафиксировала пропажу мобильного телефона. На съемке видно, как подъезжает иномарка Рено, из нее выходит женщина. Видно, как на асфальт у нее выпал телефон. Пропажу она заметила через несколько секунд и решила, что оставила мобильный в машине. Впрочем, водитель был мужем этой женщины, и она пошла дальше по делам в надежде, что телефон остался в автомобиле. Через несколько минут мобильник подобрал неизвестный молодой человек и скрылся. Если вы узнали человека на видео, который взял себе чужой телефон, позвоните в полицию по телефону 02 или 102. Михаил Вагин, место происшествия.